Завод включает в себя 4 современных производственных цеха. Соя, поступающая на завод, проходит тщательную подготовку и отборку. Жесткий контроль качества входящего сырья осуществляется специалистами собственной аккредитованной лаборатории. На сегодняшний день мощность линии зерноподготовки составляет 300 тонн сои в сутки. Далее подготовленное сырье поступает в цех экстракции, основным продуктом которого является соевый шрот. Ежегодно цех выпускает более 74 тысяч тонн соевого шрота. Линия фасовки позволяет отправлять шрот как в мешках, так и в биг-бэгах, а собственный железнодорожный тупик дает возможность отправлять продукцию железнодорожным транспортом по всей России. За 8 лет работы линии было отправлено 3743 вагона шрота. Благодаря автоматизации комплекса была увеличена производительность полножирной экструдированной сои до 55 тонн в сутки. Ценным продуктом переработки соевых бобов также является соевый лецитин. Производительность линии лецитина составляет 2 тонны в сутки. Завод ежегодно выпускает 15 тысяч тонн рафинированного, дезодорированного соевого масла под брендом «Жемчужина Амура». Соевое масло полюбилось потребителям как на Дальнем Востоке России, так и в странах Азии. За первое полугодие 2022 года объем произведенной соевой продукции увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достиг 44 тысяч тонн. При этом заводу удается сохранять высокую планку качества.